У нас сегодня семейные походы, да, то есть у нас все семьи с папами, с мамами выезжают на природу. Значит, поход – это хорошая возможность, да, то есть благодаря вот подъему в гору, благодаря выходу на природу, это для ребят возможность такого как бы, ну, интенсивного, совместного такого действия, совместного командного похода. Во-первых, это командой все идется, да, то есть дети идут вместе командой, они преодолевают эти расстояния, они наращивают тонус, укрепляются физически, да, учатся чувствовать команду, чувствовать родителей рядом, чувствовать других ребят. Это проходит в таких простых формах, да, то есть либо такими цепочками мы дружными идем в гору, когда преодолеваем. То есть не каждый ребенок сам по себе идет, а они именно идут в такой цепочке, как бы чувствуя вот одного человека, другого человека. Значит, там, поднявшись наверх, да, уже на какую-то такую площадку, это такие совместные соревнования, то есть дети учатся именно в игровой форме, да, то есть контактировать со сверстниками, с ребятами постарше, с родителями, да, то есть участвовать. То есть, ну, это именно такая возможность в непосредственной обстановке на природе, да, максимально вот получать этот опыт общения непосредственного с детьми и с родителями. И считаемся вместе. Раз, два, три. Аутизм бывает разной степени, то есть это не обязательно тот ребенок, который вообще не смотрит в глаза и все время вот так делает, да? То есть это может быть ребенок, который разговаривает, это может ребенок, который смотрит тебе в глазки, отвечает на вопросы, но как бы вот у него немножко такое скрытое, поэтому было очень тяжело выявить. То есть мы делали и ЭЭГ, там, и какие-то анализы, там, это, ну, и нигде как бы ничего не показывало. Ну, вот такой немножко... Абука, тише. Такой случай, когда мама что-то видит, что с ребенком что-то не так, прям надо бить во все колокола и вот идти, не останавливаться. И самое главное, никого не слушать, как бы окружающих, которые говорят, да, оставь его, да, нормально все, как бы, потому что это тормозит на самом деле. В принципе, в другой бы среде, да, ну мы как бы, у нас, мы все настолько разные, мамы, да, разных возрастов, там, я не знаю, разными интересами, кто там одна у нас, там, кто модель, кто там инженер, кто бухгалтер, кто там дизайнер, ну, абсолютно разные интересы, да, у всех. А тут как бы на фоне того, что у нас одна задача, одна цель, а родители, они сдружились. Считай аккуратненько. Раз! Смотри, раз! Раз! А смотри, куда они? Два! Три! Четыре! Давай, покажи, давай! А где громкость? Мама, которая верит в своего ребенка, которая уверена, что она его в таком состоянии не оставит, она может добиться многого. Поэтому мы с Аружан прошли путь, сколько уже, около 4 лет, непрерывных, интенсивных занятий. Занятия очень разные, это суть которой заключается в том, что мама должна быть в контакте со своим ребенком, она должна его любить, она должна учить его, как играть с детьми, как общаться, как справляться с эмоциями, да, если ты обиделся или еще что-то. Ну, то есть, как бы... Проще говоря, надо научить ребенку тому, вот, чему он в силу каких-то причин не смог научиться, не получается у него это делать. Вот, и, в общем, сегодня мы показали, как мы вот в походах это делаем. Да? Я могу сказать, что мы все равно еще не остановились. Сейчас мы с Аружан уже начали образовательный проект. Мы читаем «Незнайку в стране чудес». Мы изучаем математику, мы пишем прописи, мы рисуем. То есть сейчас уже несколько другой уровень, но это адекватно ее возрасту, потому что ей сейчас уже 7 лет, мы готовимся к школе. Дальше больше, то есть будет следующий этап, надо будет еще что-то осваивать, да. Но я бы хотела сказать одно, что мамы, которые хотят и могут, имеют силы, желания, возможности, и не хотят оставить ребенка в аутичном состоянии, они могут обратиться к нам, они могут обратиться к нашим специалистам. Чем можем, мы поможем. Конечно, ну, самое такое главное от меня напутствие, что нужно верить, потому что аутизм – это не приговор. Аутизм – это, ну, социальная дисфункция, то есть в силу каких-то причин ребенок вот так замыкается в себе.
Если помочь ему раскрыться, он станет лучшим, он станет гением, и очень много этому есть примеров. Вот. Поэтому я обращаюсь ко всем мамам. Не надо терять время, не теряйте возможностей. Ищите, боритесь. И счастливые глаза вашего ребенка, и слова «мама», которые он будет говорить вам, это будет самая лучшая для вас награда.